Накануне на проспекте Академика Глушко горел 9-этажный жилой дом. Спасатели прибыли на место уже через 6 минут. На тот момент открытым пламенем горели два балкона жилого дома на 4-м и 5-м этажах. Существовала угроза распространения огня на верхние этажи и квартиры дома. По місці визову залучались додаткові сили та засоби. Також здійснилася евакуація людей шляхом самостійного виходу по сходам клітинного житлового будинку. Загиблих та постраждалих немає. Причини та збиток пожежі встановлюються. К тушению пожара были привлечены 5 единиц пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава.